Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії Анна Кравчук. Щорічно 24 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з поліоміелітом. Дата події приурочена до дня народження Джонаса Солка, американського епідеміолога та вірусолога, який протягом 1952-55 років винайшов вакцину від цієї хвороби. В цей день світова медична спільнота закликає звернути увагу на захворювання та його профілактику. Україна досі лишається в переліку країн, де через низький рівень охоплення щепленням зберігається ризик спалаху поліоміеліту. Сьогодні детальніше про цю хворобу, про його профілактику будемо говорити разом з експерткою Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації за напрямом дитячі інфекційні хвороби Тетяною Романовою. Я вас вітаю. Добрий день. Тетяна, ну для початку пропоную дати визначення захворюванню такому, як поліоміеліт. Полиомиелит – это инфекционное заболевание, которое вызывается полиовирусами, передается фекально-оральным путем и поражает преимущественно нервную систему и вызывает стойкие параличи, которые способствуют инвалидизации, утрате трудоспособности. Чи часто в Україні фіксуються випадки поліоміеліту і безпосередньо у нашому регіоні? Мы вообще стараемся глобально, чтобы полиомиелит как бы исчез полностью с планеты Земля, чтобы не регистрировали случаи. Так как полиомиелит передается от человека к человеку, в принципе, это все осуществимо. Натуральную осму победили, и мы хотим то же самое сделать как бы и с полиовирусом, то есть чтобы он вообще не регистрировался. Однако все-таки некоторые случаи заболеваемости и сейчас регистрируются. Но это все-таки больше Афганистан, Нигерия. В Украине последний случай полиомиелита был в 2015 году. Скажіть, будь ласка, от ми розуміємо, що найбільш цю хворобу, ця хвороба вражає дітей. Які діти є більш вразливими, можливо, є якісь фактори ризику? Все дети до 5 лет – это самые более восприимчивые к заражению полиовирусом, но это не говорит о том, что только дети могут заболеть. Могут заболеть и взрослые, и заболевание будет протекать не менее тяжело с развитием параличей, с поражением дыхательной системы. Поэтому болеть, в принципе, могут все, но больше это дети до 5 лет. Чтобы сказать, что какие-то группы риска больше были – нет, такого нет. Группы риска – те, кто не вакцинирован. А чи можуть захворіти на поліо дорослі? Да, можуть заболіти взрослі. Які симптоми найбільш такі виражені і яке ж все-таки лікування такої хвороби? Так як вірусом ми заражаємося, це фекально-оральний пульс передачі, тобто ми заражаємося через, вірус поступає в організм людини через рот. Дальше он поступает в кишечник, где способствует размножению своему. Если, допустим, организм вакцинированный, на этом все и остановится. Даже никакой симптоматики, в принципе, и не будет. Может на этом этапе быть температура, респираторные какие-то катаральные явления, чихание, кашель, насморк, проявление желудочно-кишечное расстройство, диарея. Если организм не вакцинированный, то есть нет защитных антител, в дальнейшем вирус поступает в лимфатическую систему, в кровеносные. Вирус тропный к нервной ткани, поэтому передается в спиной мозг, в передние рога, в двигательные нейроны. Там он оседает, там он воздействует, блокирует двигательная активность мотонейрона, вследствие чего наступают параличи, порезы. И какое же лекувание у таких? А вот лечения никакого. Лечение, к сожалению, отсутствует. Если уже развиваются параличи, порезы, тут различные могут быть варианты, вплоть, ну, может от каких-то единичных нарушений двигательной активности, то есть паралич руки, ноги. Если это, допустим, бульбарный порез, то это нарушается функция глотания, говорить, можно поперхнуться, осиплость голоса. Если поражается дыхательная мускулатура, тут человек погибает вследствие того, что просто перестает дышать. Тут уже различные прогнозы.
От, до речі, таких от ускладнень, чи можуть виникнути ускладнення при поліо, і які саме, як з ними, от як діяти у разі погіршення самопочуття? Ну вот как раз самые такие, это вообще утрата трудоспособности, то есть это развитие стойких параличей, то есть атрофия происходит мышц очень быстро, и потом даже инфекционный процесс заканчивается, постепенно реабилитация наступает, человек выздоравливает, но утрата трудоспособности у него сохраняется на всю жизнь. Это самое, как бы так сказать, можно даже минимальные нарушения. Самое страшное нарушение то, что поражается дыхательная мускулатура, и в течение нескольких дней просто человек умирает от того, что он задыхается, если ему не оказать вовремя помощи. Навколо поліомієліту і безпосередньо щеплення, вакцинації ходить дуже багато міфів про небезпечність щеплення, про його якісь побічні ефекти. Які ось з цих міфів можна віднести до правдивих, а які можна зруйнувати? Да, к сожалению, население боится не полиомиелита, а боится вакцинации от полиомиелита. На самом деле вакцинация от полиомиелита абсолютно, тем более в нашей стране, не следует бояться, потому что в нашем национальном календаре первые две вакцинации против полио делаются инактивированной вакциной. Что это значит? Это вирус неживой, он убитый. Попадая в организм, он абсолютно никаких ничего плохого для организма человека абсолютно ничего не делает. Не заболеть полиомиелитом невозможно. Не какие-то стойкие нарушения вследствие этого. Ну, может быть, незначительное вместе укола, какая-то гиперемия быть, которая в течение суток пройдет. Но это просто вследствие того, что нарушается целостность кожи вследствие укола. Поэтому каких-то стойких нарушений уже, ну, просто невозможно получить какие-то побочные реакции. В последующем уже применяется живая оральная вакцина полио, но опять же, она несколько ослаблена. То есть, попадая в организм ребенка, тоже заразится, но это, ну, практически нонсенс. Якщо от ми говоримо, що дорослі теж можуть захворіти на поліомієліт, тому ми розуміємо, що вакцинація не була проведена у дитинстві. Може доросла людина зробити щеплення? Может и взрослый человек сделать, если он не вакцинирован. К сожалению, в нашей стране очень низкий охват вакцинации. После 2015 года, когда дети заболели, была проведены как бы дополнительные этапы вакцинации. Многие тогда дополучили то, что не получили, или получили сверх того, что получили. То есть на тот момент более широко охватили. Но опять же, время проходит. Люди боятся, люди не хотят, ослабляется внимание насчет этой инфекции, отказников все больше появляется. И, к сожалению, детей, которые не получили вообще никакой вакцинации от полио, все больше и больше. А это риск того, что, ну, сейчас у нас как бы не регистрируется полиомиелита вообще, если 10-20 лет будет все в таком же темпе на уровне вакцинации, мы просто перейдем к тому, что у нас будет регистрироваться по 100, по 200 тысяч случаев полиомиелита. А 10-20% из этих случаев, они заканчиваются как раз параличами. Все остальные, они могут легко протекать. Это может быть легкое течение. Но 10-20% из этих 200 тысяч останутся инвалидами. То, что было, допустим, в 80-х, если 50-е годы посмотреть, вернуться в историю, сколько было по 200-300 тысяч было человек, которые перенесли полиомиелит и которые инвалидами остались. От ви так торкнулися теми минулої. Як же ж лікували поліомієліт у минулому? Як це відбувалося? Лечения специфического не существует. Это только симптоматическое лечение, направленное на восстановление работоспособности мышц, которые утратили свою функцию. Не дать человеку задохнуться во время того, как поражается дыхательная мускулатура. Специфического лечения нет. Только можно предупредить заболевание. То есть вакцинация – это единственное, что как бы нас защитит, спасет. Не заболеть главное. А чи є якісь протипоказання там вакцинація під час вагітності, вакцинація дітям, які на грудному вигодовуванні, хронічні захворювання тощо? Вот как раз наша страна еще пользуется инактивированной вакциной. Многие страны отказались от нее, они только пользуются только оральной живой вакциной. У нас еще есть инактивированная. Активированная возможно и прививаться и беременным женщинам, и кормящим.
И дети первого года жизни получают инактивированную вакцинацию. То есть она безопасна для всех, все могут ее получить. Давайте таку зробимо невеличку інструкцію для наших саме мешканців нашого міста, для дніпрян, де, коли, хто має робити цю вакцинацію і куди звертатися у разі, якщо вона не була зроблена раніше. Вакцинація займається сімейні врачі, починає з роддому, ребенок отримує планову, згідно національного календаря, вакцинацію. Сімейні врачі слідять, що кому, коли, вас, якої время положено. И если вдруг вы что-то пропустили, допустим, какую-то, то вы всегда можете к своему семейному врачу, с которым заключена декларация, обратиться и пройти вакцинацию. Сьогодні от ми говоримо про те, що в Україні дійсно низький рівень щеплення, вакцинації. У нас достатньо, щоб всього, щоб робити вакцину, чи достатньо? У чому проблема? Чому сьогодні Україна знаходиться ще в зоні ризику? Вакцины достаточно, вакцина хорошая, французская, то есть даже если там кого-то какие-то предупреждения против там каких-то других производителей, то есть вакцина качественная, европейская, вакцины в полном объеме достаточно. Но, к сожалению, вот антивакцинальное какое-то вот это движение, оно, я же говорю, полиомиелит они боятся, а боятся вакцинации. Не знают, боятся, что вот сделали прививку и заболеют. Наверное, больше, конечно, профилактической работы нужно проводить нашими. Вот спасибо вам, что вы затрагиваете такие темы, как бы, что нужно все направить на то, чтобы предупредить болезнь, а не уже бороться с ветряными мельницами, когда уже эта болезнь к нам придет. Тобто сьогодні така важлива місія – це проінформувати населення з приводу того, що поліоміеліт небезпечний тільки у разі відсутності щеплення. Так, от вспомніть, 15-й год, коли були ці случаї заболіваємості, у нас навіть на кожній остановці, везде були стенди, фотографії з дітьми, які перенесли полиомиелит, у которой специальные кровати, это много чем было этих фотографий. Наверное, да, какая-то наглядная информация нужна, чтобы постоянно напоминать, что пока мы не добились, мы все-таки не получили сертификат, что мы страна свободная от поли. Мы на уровне вот с Афганистаном, Нигерией, то есть все практически европейские страны, они свободны от полио полностью. Мы, к сожалению, нет, мы не получили этого сертификата. Якщо можна, цей випадок у 2015 році, як він закінчився? Ну, благополучно. Дитина вилікувалася? Ребенок здоровий, є якісь нарушення опорно-двигательної системи, але ребенок здоровий, живий. Що ж, ми вам дякуємо за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Сподіваюся, дійсно, така трішки просвітницька робота тільки що відбулася, і наші глядачі обов'язково почули всю необхідну інформацію. Сьогодні ми говорили напередодні Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом про небезпеку цієї хвороби, її профілактику та методи лікування. Як ви могли почути, сьогодні лікування, на жаль, відсутнє, але ми можемо попередити хворобу, ми можемо від неї відстерегтися, і як сказала наша сьогоднішня спікерка, експертка Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації за напрямом дитячої інфекційні хвороби Тетяна Романова, усе в наших руках, і Україна має можливість отримати сертифікат вільної країни від поліоміеліту. Давайте посприяємо цьому. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!